Всех приветствую, друзья. Вон там где-то Илья внизу шагает. Но опять же, угол вы не увидите. По какому мы тут углу взбираемся. Ой-ё. Даже ногу иногда некуда поставить. Вон тут опять эта траншея. Ну, так, в прошлый раз мы ее показывали, но похоже немножко в другом месте. Конечно же, у нас тропинка после нас не осталась. Поэтому, ой, в общем, тут что-то когда-то делали. Вон тут ямина такая. Слева тут камни все навалено, и оно уходит туда далеко вверх и уходит далеко вниз. О, моя клюка упала. О, она. И далеко туда, так, вниз уходит. Ну, с таким зигзагом сейчас я вижу. Так, а мы повернули на второй, пошли на выход. Вообще нам надо было прямо. Я сейчас не помню, где мы тут вообще выходили. Мы, по-моему, там же и вышли, где здесь вот видишь эти завал бревен. Мы не пошли туда. Мы полезли сюда покарабкаться. Вверх покарабкались. Ладно, сейчас посмотрим, где-нибудь выкарабкаемся. В общем, что хотел еще рассказать. Потому что... А, погода, смотрите, какая прекрасная. Птички поют. Особенно здесь. Солнце, тишина. Вчера ливень такой хороший прошел. Ну, как бы все сыро. Ну, не настолько, чтобы у нас тут травы мало. Поэтому ноги не промокают, все нормально. Я хотел рассказать, тут мы ездили на руины с Ильей. И там, после руин, мы заехали на кладбище Котлинбургское. И там вот после Котлинбургского кладбища, там что-то типа церкви какое-то старое здание показывали. А Илья домой приехал, включил компьютер там. Короче, он вырубился. Потом проснулся, говорит, немного плоховато было. На следующий день встал, тоже плохо было. А потом оклемался, отошел, нормализовалось все. А вот у меня, ну я же с приборчиком на груди, поэтому у меня ничего такого не было. Ну, в прошлый раз ощущения у нас были, когда мы туда подходили, где вот это кладбище, которое, похоже, там, скорее всего, прах захоранивают. Потому что одни камни и таблички на деревьях, и таблички на камнях. Больше никаких ни могилок, ничего нету, я так подозреваю, что, наверное, прах. Подходили, у нас там ноги резко, быстро, одновременно у обоих устали. Потом стали наливаться как свинцом, тяжелеть. Такие ощущения. Поэтому мы приехали уже третий раз. Правда, второй раз у нас неудачная поездка была. Мы подъехали, дождик начал моросить, пока на скалу выбрались. Ну, я даже не стал ролик делать. Там уже он начал усиливаться, но ему потихоньку, быстренько чик-чик и свалили оттуда. Так, что-то поснимал, не помню. Может, посмотрю, если я не удалился. Может, что-нибудь даже вставлю. Сейчас мы на эту гору дальше пойдем. Сбираться напрямую по непроходимым местам. Вот таким самым, сами видите, камни тут, деревья, все завалено напрочь. Вообще, не знаю, почему мне захотелось еще раз именно тут забраться. Хотя есть дорога, но она дальше. Ну, наверное, ощущения испытать те же самые. Ладно, не будем затягивать на этом месте, пошли мы дальше. Илья, поприветствовать не хочешь всех? В кустах стоит там. Вот он стоит на куче камней. Это мы дошли до второй уже вот подобной ямины. Вон внизу ямина вырота, сюда, на сторону склона навалена куча камней. Получается, вырыли что-то когда-то для чего-то. И оно уходит вот так плавно вниз. Для воды, ну, как бы воды не так много там. Поэтому для чего это, у нас нету пока никаких идей, догадок. Вот видите, тут как холм огромный, но зарос немного. Но тут все в камнях. И в прошлый раз мы по нему пошли туда на выход. И вышли гораздо левее, чем нам надо, потому что тут совсем круто пошло, очень, чересчур круто. И все слишком сильно заросшее. Поэтому мы повернули тут левее.
Ну и у нас было сомнение вообще, что мы там ту дорогу найдем, если прямо пойдем. Мы даже не знаем, она есть там или нету. Поэтому надо сначала по ней пройтись. Я еще где-то тут хотел по бревну пройти и дальше пойти. Ну, может, чуть-чуть дальше. А потом передумал. Ладно. Да, гребем дальше. Где-то мы уже близко. Ну, вообще прикольно. Склон-то крутой тут тоже. Ну, на видео, как всегда, обычно не видно, я знаю. Но очень круто тут, где мы сбираемся. Вообще ощущения прикольные такие. Хорошо тут. Плюс такой, ну это вообще шикарный плюс, это комаров нету. Я помню, в Пермской области заходил в лес, это что-то с чем-то. А, тогда еще в советское время мазюк не было, вот этих дефицит. С ветками ходили. Ладно, гребем дальше. Ну, по таким дебрям пробираемся, все бревна тут, все завалено вот такими бревнами. Вот такая крутизна. Я даже не знаю, почему захотелось мне повторить этот маршрут, но почему-то мне захотелось. Интересно, вот. Очень интересно. Ну, пробираемся потихоньку с маленькими передышками вдоль вот этого, ну, назовем его канала. Не знаю, что это такое было, для чего это делалось, но он идет вот туда до самого верха. Кстати, сегодня надо обратить внимание, где он заканчивается. Мы в прошлый раз не обратили внимания. Ну, справа еще высоко, значит, нам еще далеко идти. Как бы не в этом болоте. Может быть. Но ниже еще был такой же канал. А выше, может быть, не знаю, может еще есть один. Не знаю, мы выше не ходили. Ладно, продвигаемся потихоньку дальше вдоль этого канала. Посмотрим. Да, тут камушки попадаются такие. Ой, ой, ой. Очень тяжелые. Не до кварц. Ну, кварца тут вообще много с этой стороны. Хотя и с той стороны мы с Михаилом ходили. Он еще говорил, вот что за камень, говорит, на мрамор похожий. А это надо было чем-то его потрогать хорошо. Это всего лишь кварц. В общем, кварца в граните тут просто неимоверное количество. Ну и на этой скале мы все равно залезем, еще раз покажем, сколько его там. Правда, ту сторону, со стороны дороги, мы показать не сможем, потому что именно там вот этого кварца белого, когда мы смотрели с обратной стороны, выглядит как потеки. Его очень много. Ну вот туннель, говорю, этот, как арык, блин, или как, короче, канал. Забыл уже, как обозвал его. Он куда-то туда уходит, поэтому мы, наверное, его и не покажем сегодня даже. Сейчас нам чуть-чуть левее надо уходить. Ну, хотя, может быть, сейчас мы попробуем, посмотрим. Если будет возможность подойти ближе, мы покажем начало этого канала. Так, гребем дальше. Ну, вот этот канал. Вот он выходит, глубокий довольно тут он. Пошел туда-туда, но туда мы не пойдем, вдоль него. Тут все в больших кустах заросшее слева. И он как бы не слабо там заросший. И он уходит туда на самый верх. А мы посмотрим, может быть, мы с другой стороны чуть-чуть попробуем подойти. Потому что я хочу еще дорогу посмотреть. В общем, мы тут поверху хотим погулять немного. Насколько немного, насколько далеко, посмотрим. Но погулять есть желание такое, ну, часа 2-3, посмотрим. Сейчас мы пойдем вот сюда на самую вершину, вот слева вдоль кустов, и там есть источник воды. Почему на самой вершине идет источник воды, надо интересно почитать. Как-то что там официалы пишут. Ну, пойдем посмотрим. Да, вот так вот дерево когда-то выкорчевало. Илья там стоит, разглядывает камушки. Ну и такие часто встречаются. Ну и тут, ну, и смотрите, прилично глины присутствует, да? Вы,
Да, я вижу. Тут глины прилично присутствуют, потому что тут уже более ровно пошло, да? Да. Прикольно. И тут еще глыба такая осталась внизу. Так, идем до ручья потихоньку. Вот до ручья, говорю. До водовыделения. О, начинают цвести. Так красиво. Прикольно. Тут у нас по пути тоже скалы попадаются. Огромные камни. Ну, в принципе, тут, по идее, это везде. Да, вон там бревна внизу. Когда мы в прошлый раз шли, когда я увидел уже бревна резанные, я совсем успокоился, понял, что их как-то отсюда должны были вывозить. Ну, тут глыбы большие тоже. Да, хотя гранит. Слушай, уже... мы не вот здесь вышли. Да, Илья, иди дальше. Иди, не спорь. Я не спорю. МЧС тебе вызывать буду сейчас. Выйдем, Илья. Вот мы уже почти вышли. Мы уже подошли к этому. Я себе вот такую клюку еще раз соорудил. С ней, оказывается, так удобно ходить. Особенно на подъем. Мы с Ильей когда там шли, и бабка такая с двумя палками вот эти, ну, похожие на лыжные, нас обгоняет. Я говорю: Илья, как думаешь, сколько ей лет? Он говорит: ну, лет 80. Ну, она действительно такая вся морщинистая, очень сильно. Я говорю: не может быть, она нас обогнала. Я напрягся, догнал ее, остановил, спросил, сколько ей лет. Она говорит: 71. Я говорю: у вас такая скорость, вы так быстро бежите. Вам, наверное, вот эти палки хорошо помогают? Она говорит: да, хорошо помогают. Ну вот в этот раз на подъеме, в тот раз, вернее, сделал себе клюку, попробовал вот эту палочку. Оказывается, на подъеме вообще шикардос. Да, мы уже вот сейчас подходим где-то близко. Сейчас подойдем, покажем, где тут вода. Мы уже практически на вершине горы. Можно сказать. Вот, тут еще один нарык уходит туда, куда-то вниз. Не знаю, насколько его видно, но не такой глубокий, как вот предыдущий. Довольно мелкий. Ну и как раз мы подходим где-то тут уже. У нас было болотце. Тут практически на вершине вода выделяется. Сейчас мы где-то в это болото попадем. Блин, слушай, ты мою клюку забрал, мне теперь неудобно ходить. А тут охотники эту соль ложат. А там на другой стороне охотничья будка. Не знаю, на такой высоте это 2 метра, да? Да. Нифига, кто тут? Кто на такой высоте? Следы есть. Как, да, я вижу, вон копыта, они, может, на задние ноги, лапы встают эти. Тот козел, который мы видели, он не может достать. Козел не достанет. Ладно. А, ну все, мы в болоте уже практически. Вот оно. Вот оно, это болото началось. Тут вот вода выделяется. Я помню, мы тут. А я еще в сандалях был по этим кочкам тут. Кое-как пробрался. Ну где-то тут местами было прям много воды. Наверное, левее чуть-чуть. Где-то мы тут пробирались вообще. Сейчас найдем. Вот. Вот вода прям тут на самой вершине сочится с горы. И тут, о, блин, тут болото. Да, что-то мы слишком круто. Это, наверное, потому что я сегодня в этих, в туфлях рабочих. У них как бы спереди стальная пластина и подошва непродавливаемая. Поэтому, ну вот, тут ручеек даже, малепусенький есть. Видишь? Вот на вершине горы практически мы находимся. Тут вода сочится. А сколько, интересно, тут высота?
Блин, у меня этот на телефоне, наверное, нифига не покажет. Что-то я в тот раз пробовал, что-то он брешет. Ну, вот такие глыбы, кстати, кварца большие. Довольно... Да, ну, еще дождик прошел вчера. Может быть, где-то из-за этого влажность как бы. Но болото такое. Оп. Все, я проскочил. Давай ты проскочил. Ой-ё, что-то у меня опять стабилизатор перемахнул резко. Все. Так, пробрались. Сейчас мы выйдем на дорогу. Пойдем еще пару новых дорог исследуем. Посмотрим, где что. Интересного мы еще увидим. Ну, конечно же, на обратном пути мы, скорее всего, заберемся на нашу эту скалу, которую мы нашли интересную, где огромное количество кварца в граните. Просто очень много его там. Мы посидим снова там минут 5-10. А потом пойдем обратно. У меня сегодня вообще двойной тест еще. Еду протестировать скалу еще разок. Потому что в прошлый раз мы ездили, дождь шел. Ощущение как бы совсем не то было. А сегодня погодка отличная. И обратно вернулся по дороге. Дело в том, что там, где я оставил машину, я там шунгитиком все проработал хорошенько. Блин, наверное, килограмм шунгита там прошелся. Мы посмотрим, что у нас с ногами будет в этот раз. Даст ли нам по ногам опять так, потянет ли у нас с ног или нет. А вот все, мы на дорогу вышли. Кстати, когда дождик моросил, мы прям сюда заехали. Прям вот-вот-вот мы уехали. А, я же музыкальный ролик просто сделал. Кстати, там вот эти фрагменты есть, по-моему. Ладно, посмотрим, если что, что-то найдем, добавим. И вот это вот поляна, вот это самая, я так понимаю, самая макушка, да, вот это вот. Ладно, мы сейчас походим там влево, сходим, там еще несколько отворотов есть в сторону вот дороги, где скалы. И пройдемся туда дальше, я не знаю, сейчас мы, наверное, на обратном пути туда дальше пройдем, где вот тут большой канал такой прорытый, куда он там прорытый, непонятно. Посмотрим. В общем, походим, посмотрим, погуляем, понаблюдаем за своим самочувствием, ощущениями. Кстати, я сегодня выезжал. Вообще, с утра встал, у меня слегка голова побаливала. Сейчас я бы не сказал, что она перестала, но гораздо меньше. Я, правда, шляпу забыл. Панаму, в смысле, в машине. Тут солнышко. Ну, в принципе, я думаю, мы тут недолго будем ходить. Не напечет мою не совсем молодую голову. Все, идем дальше. А что это у нас? Узорчик такой получился, да? Короеды, да, наели? Короеды. Офигеть, прикольный узор получился, вообще да? Вообще прикольный. Ну. Я его хочу взять домой. Не знаю, что будет. Да, интересно. Тут, видать, вот спереди участок вырезали, а вот те березки, что вытянулись, тонкие, они так еще долго, видать, остаются. Тут, в принципе, видать, давно вот это все вырезали, вот этот участок. А березки такие тонкие, вон многие погнулись прям сильно. Я помню, мы в детстве в околке ходили, у нас называли там околками, ну такие лески небольшие, их было много там. Выбирали тонкую березу, такую высокую, чтобы рядом еще потолще стояла. По толстой залазишь, берешься вот такую где-то
практически на самом верху за тонкую. На нее перепрыгиваешь, цепляешься и вниз падаешь. Она амортизирует, так прикольно. Да, вообще в детстве что только не вытворяли. Ладно, бывало, конечно, кто-то под кем-то и ломалось. Это уже другая песня. Но вообще, конечно, тут вот уже состояние вообще. Так, про головную боль я уже как бы и забыл. Состояние улучшается. Нашли мы ответвление одной дороги. Вообще, по карте я смотрел, их было три. Куда вот это вот нас выведет, я не знаю. Ну, решили мы прогуляться. Все равно гуляем, смотрим, где что. Тут охотничьи будки. Тут прикорм для животных. Вот, смотрите. Целый маленький сеновальчик. Вот, наскладировали. Кормушечка. А рядышком охотничья будка. Вон там запрячутся, сидят и ждут. Ладно, это их дело, конечно. Нечестно, конечно, так. Вот, вышел бы хотя бы с ножом. Желательно на медведя. Я бы посмотрел на этого охотника. О, слушай, а нет, уходит дальше. Я думал, все заканчивается. Ладно. А тут вот немножко какой-то сухач, но это, видать, нет, вроде кора целая. А, это низ сухой, а верх-то нормальный. Тут, видать, тоже солнца не хватало. Ладно, потом что интересное покажем дальше. Вышли мы с другой стороны. Сейчас вот этой поляны мы выбирались, получается, вот с той стороны. И пошли вот там вдоль леса. Сейчас мы вышли с другой стороны. Да, и вот тут, вот, ну, как бы тут просто как низина смотрится. Но канал на самом деле вот этот продолжается здесь, он уходит туда. И там мы шли, он там далеко начинается. Вообще смысл этого довольно местами глубокого канала. А там по склону горы, вы представляете, сколько там работы я показывал. Там же сплошные камни. Сплошные гранитные камни. Это все вырото по склону. Причем их там два, мы которые видели. Я честно говоря, у меня нету в данный момент идей, для чего это. Ладно, пойдем. Покажем, вот где начало, и пойдем на скалу еще сходим. Разок посидим там. А, птички поют по лесу гулять. Ну, просто обалденно. Там особенно мы шли, там более такой массивный лес. И птиц гораздо больше, и они громче поют. Вообще идешь, прям такое чириканье в уши тебе долбит. Прикольно. Ладно, а, кстати, на карте дорога это дальше уходит. Ну, тут ее, правда, уже и не видно. Тут дорога была. В общем, хорошо, все удачно сложилось первый раз. Если бы мы пошли правее, то мы тут никакой дороги бы точно не нашли. И это было бы, ну, фиговенько, да? Но мы бы все равно наверх выбрались. Пускай отсюда, где-нибудь мы вот там вышли бы, да, допустим. Мы бы все равно потом сюда куда-нибудь наверх пошли. По-любому. Ладно. Самое главное, выбрались. Сейчас даже дорогу напрямую знаем. Ну, уже два раза прошли, уже больше. Точно там не заблудишься. Тяжело, конечно, там забираться так. Прикольно, я не знаю. Мне захотелось второй раз подняться. В прошлый раз я спускаться не захотел. Ну, у меня как бы обувь такая была совсем. Для этого не предназначено. Это во-первых. Во-вторых, хочется еще какую-нибудь дорогу посмотреть. Ладно, сейчас мы дойдем до этого начала канала. Покажем его начало. Пойдем на скалу.
Вот. Ну, еще его видно совсем, самую малость, этот канал идет. Он уже тут уже совсем такой, совсем мелкий-мелкий. Ну, шел я, думал, для чего он тут может быть предназначен. Ну, вот он все. Вот дорога тут у нас. Он кончился. Вот он. Тут развилка. Три дороги расходятся. И канал этот заканчивается. Вот его начало получается. Для чего он? Ладно. Тут ладно. Тут я бы еще предположил. Хотя не могу тоже. Ну, хорошо, вода. Тут воды много не может собраться, понимаешь? Даже при большом ливне. Родников тут нету, видишь? Там ладно, там родник есть. Короче, я не знаю, но тут два канала, там они тем более огромные, глубокие, там невероятное количество работы проделано. Но третий, это может быть как раз наш первый там выходил, не знаю, третий он или первый. Мы не по нему не пошли, по первому. Сейчас не можем сказать. Ну, в общем, как минимум два канала, а может быть даже и три. И они там по склону идут. Очень невероятно там количество работы, вообще мне непонятно. У меня нету идей на данный момент. Ладно, пойдем мы на скалу сходим, еще разок посидим там, отдохнем, как бы, и потом пойдем, может быть, сходим еще на этот, на звенящий камень, да? Может быть, пройдемся, если найдем мы его. Я не знаю, эта камера передаст, не передаст. Ну, конечно, такой фрагмент, так, сухие деревья, там, пейзаж такой мощный. Сейчас приблизим, попробуем. О. И гора туда вниз уходит. Низко, низко. Ну, со скалы все равно красивее, что. Пойдем на скалу, там посидим. Ну да, красивее, но вот эти... Вот. Ну вот мы практически и прибыли. Пробираясь сквозь, между дубиками, мы вышли снова на эту скалу. Вот тут. Да. Ощущения, конечно, тут совсем другие, так скажем. Передать их, конечно же, практически невозможно. К сожалению, очень-очень тут... Ну вот, на то место, на ту гору мы ходим часто. Одни ощущения, тут у нас немного другие ощущения. Да, в этот раз почему-то у меня уже сразу, я даже не успел подумать об этом, а на руках уже чувствую что-то, понимаешь, на коже есть какие-то ощущения. А причем, когда мелкий вот этот дождь моросил, мы тут были, этих ощущений не было. Ну, влажность высокая, дождь, возможно, из-за этого. А сейчас прям на коже рук я чувствую. Не знаю, как это объяснить. Невозможно объяснить. Надо почувствовать. Что-то вы чувствуете? Какое-то как шевеление. Хотя сегодня гусиная кожа у меня не покрывается, руки. В принципе, все нормалек. Вот видите, сколько тут. Вот по левой стороне, сколько кварца тут. Огромное количество. Возможно, это связано с нашим пьезоэлектриком. Именно с кварцем. Вот тут даже кусочек кто-то отколотый положил, что ли? А нет. Он... А, не пойму. Он тут был? Или... Вроде как был так. Блин,
Что у меня там лазит, слушай, под футболкой? Кто же там побежал, блин? Да, кто-то под футболку мне заскочил. Но смотри, он как это, откололся, нет? Или отсюда, не отсюда. Вроде отсюда, вроде нет, непонятно даже. Не, вроде как отсюда так. Да что ты, вот ямка у него там выпухлась, видишь, а ты куда-то это меряешь, другое место теперь. Ну, может, тут еще какие-то камушки отвалились. Ну, оставь его вот так, пускай стоит. Ну да, это да. Вроде как отсюда, вроде не совсем. Вот как-то, вроде вот, вроде как, как-то так, и в то же время вроде и нет, ну, непонятно. Ну, интересно, а кто его тут мог поставить так? Ну, я вон притащил же один камень. Ты сюда притащил камень? Да. Когда ты успел? Ну, ты даешь. Ну, вот тут, видите, вот, ну, я не могу с противоположной стороны, вот от меня, с той стороны получается, если мы вот с той горы смотрели, там все белое, я, естественно, отсюда это... Ну, хотя вот тут пятачок камушек могу показать чуть-чуть. Видите, он, огромная часть его белая. Это кварц, да. Илья там сам себя пугает. Паутины что-то сегодня летают кругом. Да, сейчас мы тут посидим, потом... Расскажу ощущения. Ух. Какие тут ощущения? Ощущения тут обалденные. Что тут сказать? Ну, в прошлый раз, конечно, мы тут много прошли. Вот те все скалы там. Ну, не все, многие там обошли. Очень много там скал пообходили. И ту гору, конечно, мы вообще много где обошли. Вот тут, где амфитеатр строится. Ладно. Посидим, отдохнем. Красота. Чувства хорошие. Посмотрим, сравним. Дорога где-то там внизу. И тут тоже все в скалах, как бы. С этой стороны. Все в скалах. Вон там где-то выглядывают скалы. Так, где они? Я их что-то потерял уже с виду. Там где-то за кустом. Вон там глубоко. Во, сейчас видно. Да, видончик, конечно. Классный. Видончик, да. Ощущения. Сейчас посидим, потом расскажу. Пойдем, когда... Я в прошлый раз показывал отсюда Хальберштат. Оказывается, я не Хальберштат показывал. Так, а на мониторе я не вижу. Сейчас приблизим. Может быть, и увижу. Там башни выглядывают где-то очень далеко. Почти под горизонтом. Но я все равно на мониторе не вижу. Это Хальберштат. А в прошлый раз, получается, я показывал... Так, где? Вот. Правее я показывал Кветлинбург. Вот там башни выглядывают между деревьев. Это Кветлинбург. Ну, тут раз дымки больше было, да, немного? Ну, да. Да, посидели мы неплохо. У меня по стабилизатору какие-то мелкие мушки бегают. Красные такие. Красноватые. Много. Ну, там облака, да, что-то натягивает, похоже. Чуть-чуть левее. Вообще, кстати, кто в Германии живет? Может быть, кто-то знает хороший сайт, кто показывает нормально погоду. Я раньше пользовался ветер.де.
Ну, как бы все нормально было до какого-то времени. Вот с 17 года я перестал рыбалкой заниматься. Потом там через 2-3 года начал смотреть, а он врет просто безбожно. А до этого, ну там день плюс, день минус. Допустим, смотрю в понедельник на выходные, и, допустим, в субботу стоит дождь. А дождь может либо в пятницу пойти, либо в воскресенье. Ну, вот где-то так было, такой разнобой небольшой, и то не часто. Сейчас я нашел ветер.ком. Вроде тоже ничего показывал, но последние вот уже пару недель что-то с ним случилось. Может быть, кто-то знает лучше. Если кто знает, можете ссылочку под видео оставить. Большое спасибо, если кто знает хороший сайт с погодой, потому что когда мы вот так выезжаем, погоду нам желательно бы знать именно по месту. Тут может быть небольшое расстояние в 30 километров, но в Хальберштате может быть солнце, а тут вот в горах, скажем, за Вернигородами или еще где-то, вот тут даже в Тале может идти дождь, или в Вернигородах. Поэтому погода нам нужна. Ладно, посидели мы хорошо, состояние отличное, так сказать, по коже, ну, есть немножко. Илья замечал, говорит, у тебя, ну, по телу, ладно, я тут футболку снимал, вытряхивал. Слегка гусиная кожа есть у меня тут, не знаю почему, с чем связано. Ну, по коже чувствую, как будто вот какое-то движение, шевеление идет. Ладно, пойдем мы потихоньку отсюда, дальше погуляем. Может быть, найдем этот звенящий камень, или как он там, не помню точно. Что-то такое. О, друзья, хорошо. Хорошо по горам гулять. Вообще прикольно ходить среди дубиков. По высокой травке. Илья, кстати, уже пару клещей поймал с нашими прогулками. Я еще не поймал. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, не поймаю. Одного или ты уже трех поймал? Ты же говорил потом еще. А после того, как у меня вытаскивал, больше не ловил? Ты же говорил, вроде потом еще нашел. Ага. Одного даже как бы там в бочине чуть ли не на спине не смог вытащить. Ко мне приехал. У меня вытаскивал. О. Хорошо. А тут в лесу вот сразу заходишь чуть-чуть. От скалы отошли буквально. И сразу ветра нету, тишина такая, мухи какие-то летают. Комары какие-то непонятные, мне неизвестные. О, какая муха желтая. Наверное, кусучая. Ну, нас еще никто не укусил. Все нормально. Не вижу. Или я тут где-то палку втыкал, как этот. А вот, увижу, она упала. Твоя палка, ориентир твой свалился. Так, ладно, сейчас мы пойдем по дороге до пенсиона, а потом, наверное, мы свернем к звенящему камню, по-моему, вроде он так назывался. Ну, а потом уже пойдем обратно. Конечно, такую дорогу показывать желательно бы, все-таки ощущение по такому лесу гулять ни с каким парком не сравнится. Ладно, пойдем, мы где-то тут выбраться нам надо. Тропинки у нас тут нету толковой. Так, друзья, я не знаю, может, не этот Глёкенштайн, а может, дальше чуть-чуть. Но этот я тоже хочу проверить. Любопытно просто. Паутины кругом, блин. Это вообще не звенит.
как пустотелы местами. Куда дальше? Там он еще в кустах один. Вот этот? Вот туда. Туда я не пролезу. Тут все кустами заросшее. Но это самое. На совсем. Там не пролезешь. Вот этот? Блин. Я ж напугался. Илья. Я ж напугался. Как у них велосипеды шумят сильно. Ладно, выключаю, пошли дальше. Вот тут повсюду глыбы. Правда, не везде их видно. Но если вот так смотреть, то почти везде видно. И дошли мы до этого Глёкенштейна. Камень колокол, да, или как правильно там? Или колокольчик. Ну, я так подозреваю, его назвали из-за формы, скорее всего. Да, форма у него такая. Есть немного похоже на колокол. А вот по... Звенит или нет? О, тут его, слушай, кололи, да? Я говорю, что люди выработки. Ага. А где кусок кварца ты мне... Вон он. Ага. Сейчас мы его, это, на звон проверим. Он, может, звенит еще? Может, не просто из-за формы назвали? Не, он не звенит, друзья. Он просто стучит, как обычный камень. Ну, сейчас мы по самому большому постучим. А вдруг большой звенит? Блин, нифига не звенит. Я бы хотел, чтобы он звенел. Было бы намного прикольнее. Да, Илья? Почему он не звенит? Дзынь. Слышали, как звенкнул? Что тут написано? О, блин, а я вообще ничего не вижу против солнца. Я вообще что-нибудь на камеру интересно видно, нет? Я ничего не вижу. Полный засвет в глаза. Ну ладно, почитайте, кто там по-немецки хорошо понимает. Напишите, что там. Интересно, написали, может, это, ну, я думаю, всем зрителям будет интересно почитать. Ну, короче, он не звенит, блин, обидно. Значит, он просто по форме своей названный. Ладно, я камушек оставлю, может, кто-то захочет проверить, а, тоже постучать. Это, скорее всего, просто форма. Ну, такая огромная глыба выглядывает в виде, ну, блин, колокола. Где? Весь не входит. Надо далеко отходить. О, вошел. Вон там Илья как раз как ориентир стоит рядом. Илья, подойди ближе к камню, читатель. Не, он увлекся чтением, ему некогда. Все. О, подошел. Все, пошли обратно. Там ручеек. Интересно. Ручеек по дороге был. Я его за сколько? За метров 200 услышал, да? Очень маленький ручеек. Но я его услышал метров за 200. Довольно далеко. Илья говорит, ты, наверное, слышишь этот, как ветер по деревьям. Я ему говорю, да нет, я слышу, как вода журчит. А еще для пущей убедительности я приложил ладошку к уху. Ну, знаете, как вот глухие делают. Вот, кстати, когда вы что-то слышите и не можете понять, вы сделайте так, вы гораздо лучше услышите. Очень сильно работает. А если еще две ладошки к обеим ушам, то вообще классно слышно. Офигенно помогает. Ладно, пойдем до ручья, дойдем. Сейчас посмотрим, что там.
Нет, они не производят звук. Так, если я включу этот, ну, само видео, тогда будет звук. А так нет. Почему, но мне показалось. Вот сейчас ты сказал про звук. Мне показалось, что ты слишком далеко, а я слишком ясно слышу. Да, со звуком тут что-то интересное происходит, потому что вот такой малепусенький ручеечек, я его услышал очень далеко. Мы сейчас пойдем, я покажу, где я его услышал. По идее, я не должен был его слышать никак. Я его услышал, потом для убедительности я приложил ладошку к уху, как это делаю иногда, когда вот что-то плохо слышу, не могу расслышать. А мы далеко, я шел, еще начал с это, с высоты деревьев восторгаться, да? То есть, ну, они, в принципе, тут тоже есть. Вот именно, которые пониже, в ущелье, вот там дальше деревья. Они, ну, просто пипец какие высокие, я даже не знаю, это... Ну, какой, шестиэтажный дом, наверное, да? Не, выше, наверное. Ну, или где-то так, не знаю. Примерно, ну, они... Высота у них просто невероятная. Мы в прошлом видео там показывали, сели шли, там есть в ущелье. Какое это дерево, говорил, бук, да? Да. Ну, то, что сильно высокие есть, очень высокие. А тут не бук, а тут это, что у нас, ель, да? Да, вижу. Ну, он тут не очень высокий, кстати. А вот это у нас что? Я даже не пойму сразу, что это за деревья. Ель, да? О, ты посмотри, какие они высоченные. Просто офигеть. Вон там низ. Но опять же, на видео я сомневаюсь, что как сориентироваться, почем. Это если кто-то туда только дойдет. А сейчас я туда дойду, точно. Идея. Чтобы понять, какой высоты... Дерево это, офигеть, вот до этого ближнего. Хотя я вижу, там еще есть выше деревья, вот, которые ниже, вон там дальше, да? Но я вот до этого... Вот он метра на два, на три, а он почти такой же высоты. Да, но я вот до этого, наверное, смогу без проблем дойти. Сейчас Илье камеру дам, он мне снизу потом доверху покажет, чтобы понятно было. Включил? Вот смотрите, оно по толщине не очень толстое, буквально, ну вот. Вот в обхвате, но высота его, покажи вверх, вот плавно, потихоньку подымай, покажи высоту, какую оно высоты. Ну что ты долго показываешь, показал? Ну все, выключай, да, ко мне. Пойдем по этой тропинке и рискнем. Может, это, по этой тропинке пройдем, Илья. Сейчас вот туда вернись и сюда забредешь ко мне. И ко мне дойдешь. Можешь выключать. Вы не поверите, я уже иду, мне теперь по каждой глыбе хочется постучать. Тут раз глыба такая, я говорю, дай камень. Он говорит, нет, они все вот в земле так глубоко как бы, ну, не выдрать. Но мы решили по другой дороге идти сегодня. Вот, наткнулся я. Решил спуститься к этим длиннючим деревьям высоченным. Да, тут, конечно, сейчас я вот, может, справа где-то покажу, какие они высоченные. Еще раз. Ну, тут идешь, когда вверх смотришь, есть вон, о, там вообще вон какие-то, они какие-то, я не знаю, как небоскребы тут, знаете, в лесу. Вот на то дерево вот дальнее я смотрю, вот сейчас я приближу его, это, чтобы понятно было. Которое дерево, вот это вот в середине кадра, вот я приблизил и удалю его. А где его низ? Сейчас я, вот смотрите на него внимательно, и я пойду вниз в самый. И так, вон оно идет, где-то там, вот где-то там внизу. Обалдеть просто, какие они длиннючие тут. А особо толстых, главное, нету. Они не очень толстые, но какие они длинные, это пипец. Это, ну, я понимаю, из-за того, что тут ущелье, как бы, деревья это нормально тянутся к солнышку.
вверх. Тут они сами друг друга закрывают, из-за этого тянутся. И плюс еще ущелье, они, влаги тут хватает, влаги очень много. Поэтому они очень сильно тянутся вверх. Я, правда, не знаю, какой у нас результат получится. Мы пошли по этой тропинке, а я представления не имею, куда эта тропинка ведет. Ну, блин. Ладно, решили рискнуть, куда-нибудь мы все равно выйдем. Тропинка же есть. Вопрос только, куда? Я надеюсь, они в Тали с другой стороны где-нибудь сбоку, блин. Это будет, конечно, смешно. Потом пешкарусом идти, машину искать где-то. Ладно, пойдем. Тут, ну, глыбы тут, понятно, гранит повсюду. Вот. Торчит. Ладно. Вот, кстати, на фотографии я смотрел вот этот камень. Мы за Эльзенбургом так и не попали в гору. Там нас не пустили. И вот этот на фотографии я смотрел, он тоже мне был похож на песчаник. А это оказался совсем близко даже не песчаник, а очень старый гранит. Алло. По его поверхности. Алло. По его поверхности, вот его осыпанию уже видно, что он очень старый. И этот камень очень давно находится под воздействием окружающей среды. Так, ну, где-то ямы какие-то вообще непонятные. Как будто вот кто-то что-то тут ковырял, да? Нафига тут в лесу вот это в ущелье? Хотя, может, когда кто-то пытался выжить, где-то прятались там, землянки себе какие-то может, копали. Может, дома стояли вообще? Ну, я не думаю, что дома. Вот как бы на землянке вполне возможно. Ладно, идем дальше. Вот здесь ребята идут откуда-то. Вопрос, откуда не стали они? Может, вообще с другой стороны выйдем? Ну тут мы идем, так интересно, тут вдоль ручья, тут скалы кругом, слева, справа скалы, огромные скалы. Но тут тоже классно, такая как бы внизу, тишина полнейшая, полнейший стиль, штиль такой. И только птички кричат так громко-громко. А слева, справа, кругом скалы гранитные, и тут такое чувство, как будто тоже какая-то небольшая выборка была, да, вот с этой стороны. Возможно, тут тоже гранит брали немного совсем. Здесь была церковь от этой. В смысле церковь от деревни? От какой деревни, какая там церковь? Была деревня, а здесь церковь была. Просто... Ты сейчас про что вообще? Я тут идет, городит, блин. Он тут начал так фантазировать, что у меня уже уши скоро в трубочку свернутся, блин, от его фантазии. Магазин Альди. Да, понятно, Альди закрыли все у нас, блин. Уже у нас один остался где-то на отшибе, да? Да. Ну ладно, да, в принципе, я там почти ничего и не покупал. Ну, бывало редко иногда. Что-то в Альди зайдешь, что-то пени зайдешь. Пени звучит так, да? Пени, блин. Да, тут. Ну мы практически чуть ли не по воде идем, смотрите. Да, тут. У нас машина стоит, тут на той горе не ведут. Да, как... мы ушли куда-то теперь, вообще я не понимаю куда. У нас ручей ушел туда, в низину куда-то. Мы вообще пошли куда-то не в ту сторону, похоже. Я это прекрасно понимаю. И тут. Ребята шли навстречу, а Илья их даже не спросил, куда эта тропинка идет. А я занят был вот этим делом, блин. Включился, они так быстро шли, что фиг их догонишь. И что нам делать теперь, куда? Я понимаю, что мы сейчас можем вообще в другую деревню куда-нибудь выйти. У нас время есть, мы пройдемся и только здесь. Вот и мне возвращаться вообще неохота, мы столько уже так низко ушли. Это пипец. А у нас тут ущелье огромное. Я понимаю, что, скорее всего, мы его тут нигде нам не... нужен где-то мост. Где-то не перейдем. Или перейдем. Ну-ка. Ну, давай посмотрим по местоположению. Фиг его знает. Я тут отошел свои галоши вытряхнуть, блин. А тут из-под веток смотрю, а тут... Вообще, вот с тропинки даже не видно вот этих скал всех.
И там они уходят выше, выше. Причем такие ровные, там ступенями идут такие. Их тут просто немерено. А из-за деревьев, вот с тропинки я этого ничего не видел. Там вот за деревьями, я вряд ли вам видно будет, вот за этим камнем еще глыба и так далее. Просто пипец какой-то тут, все в скалах. Ребята такие экстремалы на велосипедах в гору, блин, по грязи, по камням. Ну, прикольно, юмористы, блин. Блин, не могли мы там стояли? Мы бы там могли у них спросить, они там забуксовали. А тут они мимо нас пролетели. Ладно, что, идем обратно, что там делать? Обратно. Когда я уже понял, что мы на другой стороне ущелья, а ущелье тут, ой-ой-ой, мы его не переберемся просто. Ущелье тут офигеть, оно очень глубокое, туда уходит. Просто обалдеть, куда? Есть там гораздо ниже переход. Очень глубокое. Это у нас хоть километр. Ладно, пойдем возвращаемся, ничего не поделаешь. Бывает такое, промахнулись чуть-чуть. Ох, какое ущелье. Как там глубоко, куда-то туда все уходит. Ну, в общем, недалеко мы ушли по тому ущелью. Как бы нормально все. Ну, получилось у нас сегодня прогулка по сравнению с первой. Ну, на километра 3, наверное, больше. К тому колоколу каменному мы сходили и в ущелье немного спустились. Может быть, когда-нибудь тропинка куда-то. А, тут выступ просто какой-то. Может быть, еще и по тому ущелью когда-нибудь пройдемся, посмотрим. Вообще, прогулка по такому парку, да? Горно-лесной парк, да, Илья? Да, не лесной, там одно. Сколько мы сейчас гуляли? Сколько часов? Сколько мы человек видели? Людей немного мы видели. Сейчас, скажу. 8, наверное. Час, 8. Два, три. Подожди, сбил меня. Час, два, три, четыре. Ну, 4 часа мы где-то уже гуляем. Да, человек 10 мы видели. Да, людей немного видели с этой стороны. С той стороны, где вот этот другое место силы, там бы, конечно, там людей намного больше. А там наверху вообще, сейчас, наверное, их пачками, сегодня суббота. Да, тут с этой стороны мало людей. Ну, посмотрим, может, по тому ущелью мы тоже пройдемся. Тут вообще везде красиво, офигенно. Горы, ущелья, деревья какие-то неимоверной высоты попадаются. Парк шикарный, далеко нам еще идти. Сейчас просто еще хочу дойти там посмотреть. Да, уже дойдем ближе к машине. Там же я шунгитика просыпал. Посмотрим, будет ли у нас по ногам что-то. Как в прошлый раз, нет, не будет. Надеюсь, не будет. Ну, это в заключение скажу. Ну, и тут, наверное, все, в принципе. Показывать тут больше нечего. Вот так вся дорога вот так идет. Деревья высоченные. Глубина туда. Узенькая дорожка. Такая. Причем где-то местами видно, ее камнями выкладывали еще. И птички поют. Ветра, конечно, тут нету. Обалденно. Как бы в тенечке все время практически идешь. Редко где-то на солнце попадаешь. Офигенно тут гулять. Нравится. Так.
Да. Вот от того места? Или это просто я себе надумал? Или да нет, ты не... Идти? Ох ты, нифига себе, а что это такое? Обалдеть. Ты только проговорил, я еще не... Вот с того места, как в хищении. Нет, у меня буквально на несколько шагов дальше. Да, как будто в кисель попал. Офигеть. А что это за тормоз такой? Если бы мне кто-то сказал, я бы, честно говоря, не поверил бы. Я еще иду так раз, ну как. Я хотел тебе сказать, ты молчишь. Так я специально включил, и сейчас, думаю, буду тебя впереди снимать. И когда ты начнешь что-то говорить... Ты только начал говорить, я еще ничего не чувствую. И вот буквально 3-4 шага, и в такое, знаешь, какое-то густое что-то попадает. И прям тормоз такой. Пипец, друзья. Нет, Шунгит не помог с этим делом. Но я сейчас по ногам ничего не чувствую. Другое ощущение, да? Совсем. Ты как идешь, и как будто вот ты во что-то вошел, и тебе так... Раз так и тяжело, как будто вот, ну представьте себе какое-то облако, да, ну и воду, ну не воду, облако, а по нему вот в этом облаке тяжело идти, вот что-то такое ощущение очень странное, пипец. В тот раз у нас по ногам, да, вот это где развилка, вот где-то мы ее буквально прошли, но мы по другой дорожке пошли, туда нам надо было, сегодня мы сюда пошли, может, а ну пошли по той дорожке пройдемся. Может это там по ногам вдарит? Блин, это что-то вообще нонсенс какой-то. Слушай, ну очень тяжело идти. То есть мы до сюда шли вообще без проблем. Ну как, ноги устали, подошвы, соответственно, уже слегка побаливают. Но мы все-таки 4,5 часа ходим по горам, блин. Это нормальное явление. Ну вот сюда, вот возле вот этого дерева меня, вот только Илья проговорила, буквально 3 шага сделал, и фук во что-то вошел. А ну-ка, если обратно мы выйдем отсюда, попробуем. Слушай, а тут легче идти стало. Тут, по-моему, легче идти стало. Офигеть. А что это? А я чуть-чуть позже. Нет, возле того дерева. А ну пошли вот по этой дороге теперь. Вот тут легко идти, хорошо. А ну-ка пойдем. Вот в тот раз у нас где-то по этой дороге мы шли, когда. Я почувствовал, ну, еще ничего не говорил, а потом ты об этом заговорил. Я говорю, да? О, вот все, у меня ноги тяжелые стали. Ну тут, не, ну у меня и телом тяжело сегодня идти тут. Слушай. Не чувствуешь? А я чувствую. Нет. Вот там, где я сказал, такой же участок. А там ты, мы туда пошли и обратно пошли. Пипец. Как будто вышли откуда-то, да? Да, ладно, друзья. Вот такие новые ощущения происходят. Не знаю, что тут такое, но ощущения. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока.
нашим играть.